Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка Республики характеризуется новыми случаями в количестве 95 коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 57 новых случаев. 7 случаев зарегистрировано в Алданском районе. По 5 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Нерюнгринских районах. 4 случая зарегистрировано в Вена-Батантайском улусе. В Вилюйском улусе зарегистрировано 3 случая, по 2 случая зарегистрировано в Аймиконском, Сунтарском улусе, Алданском, Чурапчинском и по 1 случай в Верхневилюйском улусе. На настоящий момент в течение последней недели в 11 улусах республики не было зарегистрировано ни одного случая новой коронавирусной инфекции. За сутки в республике проведено 1 105 000 исследований, всего обработано за весь период непосредственно пандемии 1 169 947 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, особенно проживающие в Мирнинском районе, в настоящий момент достаточно высокий уровень мобильности передвижения на территории Мирнинского района. В связи с этим обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер непосредственно защиты и, соответственно, от новой коронавирусной инфекции и достижения более высоких темпов вакцинации на территории, соответственно, Мирнинского района. Оно связано прежде всего с тем, что на настоящий момент самый высокий темп роста по заболевшим сегодня фиксируется на территории Мирнинского района. В целом на территории республики на 23 июня 2021 года поступило 214 117 доз вакцин, и сегодня получили первую вакцину 193 365 человек. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, темпы вакцинации за последние 3 недели на территории республики значительно снизились. И несмотря на то, что по доли вакцинированных на 100 тысяч населения в целом на территории Российской Федерации Якутия находится в пятерке лидеров в целом по стране, необходимо обратить внимание, что еще остается достаточно большая рисковая зона по распространению инфекции, несмотря на определенного рода такую вот видимую стабилизацию как таковую. В связи с чем приглашаем всех на вакцинальные участки в наши учреждения здравоохранения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня вопросы, которые связаны с вакцинацией, они связаны в том числе и с вашим последующим передвижением и теми планами, которые вы строите на летний отдых. Исходя из этого, обращаем ваше внимание на необходимость контроля за такими вещами, которые называются вакцинация и получение сертификата вакцинации. В связи с чем, если вы планируете отпуск, командировку или выезд, обратите внимание на те правила, которые действуют в субъекте Российской Федерации, в которую вы собираетесь выехать. В связи с тем, что в ряде субъектов Российской Федерации уже внесены ограничительные меры на въезд в субъекты с точки зрения именно наличия сертификата вакцинального или соответствующего анализа ПЦР 3-суточной давности. Поэтому обращаем ваше внимание сейчас о том, чтобы затем в последующем не было непосредственно каких-либо вопросов, связанных с тем, что невозможно или какие-либо ограничения существуют по проведению вашего отпуска. Сегодня на оперативном штабе глава Республики Саха-Якутия обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость регулирования миграционного потока между улусами республики и населенными пунктами через институт вакцинации, который сегодня доступен всем на территории нашей республики.